Всем привет! Привет! Меня зовут Виктория. Я Дмитрий. И мы сегодня по многочисленным просьбам снимаем видео про наши блокнотики! Ура! Давай, с чьих блокнотиков начнем? Ты первая. У тебя все-таки больше блокнотиков. У меня вот такой чемодан. Ну, у меня чуть поменьше. Вот там такой. Может, там, да, часть есть мои. И первый будет у меня вот такой блокнотик с барашком и самолетиком. Этот блокнотик у меня для всяких записей. У меня там в основном пароли от соцсетей, такое вот. Первый блокнотик. А также у меня второй блокнотик, он уже скоро закончится. У меня тут тоже, он уже старенький, такой замызганный. Тут у меня тоже пароли от всяких, тут расписания. Раньше пыталась вести много-много всего там записывать. Это мой самый первый блокнотик. А также мой еще один блокнотик. Тут зайчик с наушниками. Это ты мне дарил на Новый год, помнишь? Когда мы еще жили. Вот, тут у меня записи, сколько у меня подписчиков, какого числа я веду. Ну, вот, статистика моя. Вот такой блокнотик, называется Cash Time, финансовый ежедневник. Видите, видите, копилочку складывает. Здесь Мишка мечтает о меде. Ну, у меня тематические паттерны в основном. Здесь я веду записи о том, что нужно купить. Деньги считаю, то, что нужно сделать. Ну, в основном то, что с деньгами связано, то, что купить. Не какие-то желания или что-то еще. Веду его не часто тоже. Хотелось бы чаще. Какое-то время вел постоянно. Ну, в основном я записываю, а потом вычеркиваю то, что купил. Например, там запланировал машину, дом, там. Купил, все, вычеркиваю. Вот такими. Следующий блокнотик, который я здесь купила в Калининграде. Это... Тут у меня тоже опять пароли всякие. Тут я пыталась ввести свой распорядок дня дела. Так, что-то забросила, писать неохота. Так лежит, думаю, мне еще пригодится. Так, самый... Первый мой блокнотик, который я здесь увидела, и влюбилась в него. Классный. Книгу. Вот такая у меня есть книга. Это раскраска. Раскраска, да, это не блокнотик. Ну, близко к тематике. Там тайный сад. Книга для творчества и вдохновения. Я начал ее в Довенке. По сравнению с зайкой, очень мало успел. Начал скрашивать. Вот так. Еще какие-то развороты покажу. Тут прям вообще. Они как будто меняют цвет. Видишь? Раскраска. Покупали фикс-прайс, это отрывные листочки для записи, можно вспомнить. Это тоже в фикс-прайсе был блокнотик с ангелочком. Всякие разные. Нет, он пустой. Он пустой у меня совершенно. Там пропаришь там. Вот такой красочный. Это мой блокнотик. Ты покажи. Давнешний. С розочками, самый мой любимый. Он мягонький с этой стороны. Очень.
Это планировка дел опять. 2018 год. Это который у тебя этот, с разворотом, нет? Нет. Это я тут тоже дела планировала. Ну, красиво, помню, только... покажи. Странички. Ну, они просто в клеточку. Всяко наложено. А, вот разворотик мой. Да. Это эти стикеры. А, да, с этой стороны детятки делала. Теперь я. У меня есть вот такой блокнотик с медведями. Как ты думаешь, с кем еще? С медведями и в очках. Здесь я записывал свои планы. Пробовал то, что нужно выполнить, мечты и все остальное. Помаленьку веду иногда. Там финансы. Мечты. То, что нам записано. Надо, кстати, подписать дневнички. Это блокнотики, которые мы уже купили здесь в Фикспрайсе. С ленивцем и кактусами. Он красочный. Это с пингвином в шарфике. Он тоже пустой. Я думаю, будет побольше подписчиков, наверное, разыграем блокнотики. Мне нравится. Тут с Мишкой. Такая зимняя тематика уже. Кстати, здесь хорошие блокнотики. Да. Только маленько пахнет. Краской. Ну что, духами на душе будет хорошо. Классно, мне нравится. Давай, это еще есть. Какой же тематик? Позитивный блокнот с котиком. 3 на 25 и держит воздушный шарик, да. А это наш, так-то общий. Для двоих мы покупали, если ты помнишь. А что там есть? Пусто. Перелет в самолете. На, хотели фотографии, наверное, ставить? Да. У меня такой же тематики. Он также выглядит. Вот такой Мишка с подарочком. Там я записываю уроки по программированию, чтобы не было скучно, когда открываешь. Тут вот получается, пробую я. Текста у меня здесь нету. Где-то есть. Где-то пустые там, с текстом, а где-то графики там. Книжка вот такой. С текстом. Чтобы интереснее было. Учиться. Самый, да, мой пока любимый дневничок, в котором я обучаюсь, записываю данные. У меня есть такой блокнотик, желтенький, красивый, я еще не открывала, там он простой, просто тут крепочка такая удобная, такая, так, пим, ай, вот тут зацепилась, да, тут еще у него даже вот эта клеточка. Тебе еще сколько? Такой блокнотик. А вот мои развороты были, ё-моё. Зайка держит морковку. А это тут посвечивало. Очень яркий. Такой. Иди вперед, я люблю. Интересно посмотреть, да? Я дай прочитаю. Вот это вот.
мечтаю во сне увидеть, идти вперед, бананы люблю, я люблю отношения. Обожаю мороженое, сладенькое. Улыбка делает нас счастливее. Хочу лет купить кеды. Ты кеды хочешь? Да. Кайф есть арбуз. Никаких нет разворотов, конечно. Очень красиво, мне нравится. А вот это мой на день рождения, который я готовила себе разворот. Вообще классный. Что написано? Сегодня будет круто. 24.03.2018 года. Классно, блин. Спасибо. Надо каждый год такое делать. Каждый день полон чудес, но тут много всяких. Добивайся всего, что делаешь. Много-много-много всего. Тут пожеланий себе. Вот на этой страничке классно. Он еще светится в темноте. Вот этот блокнотик. По бокам надписи. Да. И внутри... Как ежедневник идет. Да. Все просто. Ну, красивенький очень. Угу. Простенький. Классный блокнотик. У меня все закончились блокнотики. А у меня есть еще последний блокнотик. Вот такой. С лисичками. Называется позитивный блокнот. Тут очень интересные картинки. И есть мини-игры. Вот, например, соедини точку. Капсулу времени можешь написать. Он не меняет цвет. Пожелания в будущем. Пожелания в будущее. Написать фразы, нарисовать вот котика. Не жди чуда, чудесам. Вот котика. Так что чудим! Всем, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Мы будем покупать еще больше блокнотиков. Если будет много подписчиков, будет миллион блокнотиков, целые лайки, полочки. Лайки, лайки, лайки. Оставляйте свои комментарии, понравилось ли вам такого рода видео. Какие из всех больше блокнотик понравился, какой? Да. Может, какой-то. Подписывайтесь на наш канал. Всех целуем и обнимаем, и всем говорим пока-пока, до скорой встречи. Увидимся.